Смотрите, понятно. Наши ответы все идут из этой книги. И это Библия. Это Святой Библия. Святая Библия, так, я понял. Так, я отвечаю на вопросы, согласно тому, что говорит Библия, на каждый вопрос студентам. Что говорят святые отцы, это 300 томов. Что говорят книга... 300 томов? Да, 300 томов. Из них я, я цитирую из того, что есть. Теперь, что говорят каноны церкви, это 719 правил. Что говорят жития святых, 1173 биографии. И что говорит поэзия, за 300 лет 300 поэтов. Это я включаю в каждый вопрос ответ. Это не мои. Моих ответов практически нету. Я людей ввожу в мировое искусство, в мировую поэзию. А сколько стоит? Что, сколько? Сколько стоит? Стоит? Да. А что, да. Что стоит? Ну, вы говорите, видеоматериал. Сколько видеоматериалов стоит? Я даром даю. Вы даром отдаете? Ну, даром что? То знание которое. А книги – это другой вопрос. У меня 38 томов вышло. Это вы написали? Да, я написал. И они на сайте на нашем все книги. Еще не изданы 4 книги стихов по 800 страниц. А, ужас. И каждое стихотворение... Представьте, каждое стихотворение 9 куплетов по 400... 36 строчек. И напротив строчки каждой еще выставляется, откуда взята мысль. Глава, стих, Библия. А можно хоть что-нибудь поэтическое зачитать, чтобы я примерно знал, что там будет внутри? Ну да. Прочитайте что-нибудь. Стихотворение? Да, свое стихотворение. Прочитай. Ну давай послушай. Ну я могу такое автобиографичное, про меня сам написал. А другое, у меня стихотворение 3467 по 9 куплетов. Повторяю, 4 книги по 800 страниц. И у каждой эпиграф из Библии. Ну, слушай, ну, давай. К слову сказать, она на музыку положена и поется в интернете. Ну, давайте. Примерь к себе своим воображением все то, что прочитал или услышал. Для снайпера сегодня я мишенью. Всем хищникам меня Бог сделал мышкой. Не час, не сутки, но сплошная жизнь. На выходе и входе за обедом стреляют точно в лоб и давят только вниз. Задача – выжить, и ни одной победы. Хотя, как знать, когда я ускользну, петля и яд меня не захватили. Враг не достал, истратил всю казну. Уверенность пожег в истерике, в бессилии их измотало. В горных перевалах там след моей ступни не распетлял. По шахтам, гротам, по лагам, отвалам исследует святых, о ком я насчитал. Мой бег, мое убежище с Давидом, за мной Доик, бешеный Саул. Они разведали, что им я мёд Акриды, а штаб-квартиры избран Барнаул. Я с Моисеем на своей вершине в последний раз смотрю из-под руки. Враги с собаками, с биноклями в машине мой след вынюхивает у кустов реки. Моя погоня, гнались до упаду. Я отошел, не досягаем вам. Прощай, земля, азарт, закон ограда. Мой труд следы считайте по слогам. Я успевал на каждом повороте засеять поле, застолбить межу. Со Златоустом путь житейный пройден. С той стороны земли на все гляжу. Вижу. Охуеть. Ой, здорово. Ни одного слова материального, что не говорили. Вот теперь я работаю на корабле. На корабле работаю. И о состоянии корабля. А, так это корабль. Ну, слушай внимательно. Рыбацкая шхуна с волнами боролась. Стремительно крен возрастал. Смятение росло. Но раздался вдруг голос. И всех на молитву призвал. Волна через корпус не раз пробегала, был лопасти виден плавник, как туша убитого кем-то финвала, корабль под ударами сник. Остались минуты, а дальше развязка, объятия холодной волны. Над пропастью мглы, с ледяной повязкой, о чем бы подумали мы? Наверное, лица родных и знакомых мелькнут в феерическом сне, на жизненной грани, на жутком изломе, на вечной девятой волне. Иные клянусь капитана, стармеха, проклятие всем и всему. Окончена жизненная чаша утеха и брошена разом в волну. Когда мой корабль опрокинет пучина, а рот поперхнется волной, дай Боже, чтоб к небу своей кончиной других я увлек за собой.
Святая Русь. Вот другое стихотворение. Когда была святая? Скажите дату, срок и имена. Во свете Библии патетика растает. Останется вино, вина, война. Хватали все от севера до юга, до порта Артура, оспу островов. Все подгребли, самум, тайгу и в югу, и расплодили нехристи и воров. Кто хуже нас, сокровища земные, транжирит, жжет и рубит по весне. Мы опостылили от века и до ныне Прибалтике, татарам и Чечне. На наши земли вожделение, зависть, облизываясь, смотрит миллиард. Весь мусульманский мир, там добровольцев запись, у нас отнять за счастье каждый рад. О Боже, проповедников пришли, служение Богу на родном, на русском, крещение духом водное в крови, тернистый путь уж очень узкий. Тогда исполни веренное нам, не Русь святая, а герои веры, в народы понесут евангельский бальзам от коммунистической заразы и химеры. Да, а вот это вы, все ваше, да? Все. Да, все мое. У меня стихотворение, стихотворение на разные темы. Экспромт, если вот сейчас я... Знаете что, вы послушайте. Вот продается пачка бумаги для ксерокса, 500 листов. И 7 пачек у меня исписаны полностью до одной строчки. И ни одной помарки нету. Так не пишут стихи. Я считал в литературном институте, там Лев Ашанин. Никто не верит. Пушкин там 10 раз перечеркивает. На 7 пачек полностью записанных ни одной поправки нету. Я на молитве. А у меня рядом ручка-карандаш. И у меня как мысль какая-то... Я сразу записал строчку. Домолился до конца. 100 поклонов. И дальше беру 35 строчек без помарки. Я сразу же их записал. Подождите, это Господь дает, это наверное, не мое. Чтобы так этого достичь, вы, наверное, много прочитали, да, на своем веку? Очень много, правильно? Да, очень много. Слушайте, ну, чтобы вот вы прочитали много книг, много известных личностей, много переплетений, всяких мыслей у вас в голове, правильно? Ну, то, что вы нашли, ну, все, что написано, мировая литература, ну, вы примерно все почти знаете. И вот, и как после этого у меня вопрос... Как после этого вы продолжаете верить в Бога? Вот так. Я отвечаю. В 23 года, а до 23 лет я верил, как мама учила, то нельзя, другое нельзя. Меня Бог спас от воровства. Я ни одного матерка не сказал. 81 год. С женщинами самое больше мозги отнимает, это сегодня компьютерные игры, а и блуд. Женщина, если ты знался, все, мозги порченные. Господь меня от этого сохранил. И поэтому в 23 года... Работая на корабле, сошел на берег я. И там я впервые встретил Слово Божие, Библию. И покаялся. И вернулся на корабль, я другой человек. И 57 лет сейчас несу. Все фильтрую через Библию. Вот говорят, я сразу... Говорит там президент или кто-то. У меня сразу как на решете. Вот это правильно сказано, вот это неправильно. Вот у меня если... Зайдете на сайт, и там написано «Разбор выступлений». Выступает патриарх. Я сейчас закончу. Смотрите. Выступает патриарх Алексей II. Будущий патриарх Кирилл. Митрополит Сарабрящий Корнилий. Там, ну, все, которые самые знатные. И я у всех нахожу не больше 10% правильных ответов. Я печатаю их, что ответили и как надо. Во свете Библии. Все у меня называется. Все, я в скайпе добавлю, мы с вами созвонимся. Да, и если сейчас посмотрите интервью с дьяволом, вам будет очень интересно увидеть. Такой ролик Хорошо. Есть. А на мой сайт, на YouTube, во свете Библии, канал Игнатий Лапкин. И сразу вы увидите. А уже пройдет сколько-то, ну, я не знаю, маленько. Сейчас я даже не могу сказать сколько. Ну, может быть, неделю. И вы увидите, как мы с вами разговаривали, как приятно нам было. Хорошо, спасибо. Да. Так. Вопросы есть еще? Нет, все, все доброго. Все. Вас как звать? Меня Игорь. Игорь? Да, Игорь. Да благословит вас Господь и помилует и семью вашей и родных вас. Всех. Благословит вас. До свидания, с Богом. До свидания. До свидания. Мы разговариваем как православные христиане, проповедники, с Библией в руках. Я. А вы откуда? Из кухни. Нет. Откуда? В каком области? Вы хотите сказать, где нахожусь? Да. Город Барнаул, Алтайский край. Лапкин Игнатий Тихонович. 81 год мне. Да, мне 50.
Вы очки только уберите, пожалуйста. У меня правило такое. В моем мире везде с темными очками не разговариваем. Потом наденете. Да, нет. То есть что, вы не хотите снять? Вот у меня пускай так, правда. Пускай они на лбу будут, чтобы глаза было видно. Я просто инвалид. Нет. Ну, инвалид или как-то что-то... Прямо не знаю, вот как сам на маленьком спотыкаетесь. Я вам великие сокровища могу показать. Наши ресурсы, которым равных нет в мировой сети. Хорошо. Вы запомните два слова, и через них вы найдете всегда. Я Игнатий Лапкин. И вы по скайпу меня найдете, по скайпу. Я скину наши ресурсы. Вот этот YouTube. Мы проповедуем Христа распятого воскресшего, чтобы люди получили спасение. Чтобы вышли из этого развратного Содома, чат рулетки. А что же вы ставите в чат рулетки? Господь посылает. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. И мы пришли вот этой твари проповедовать, в это блудилище. И нашли некоторых людей, которые уже по-другому смотрят. Мы выполняем миссию, которую нам доверил Христос. Нужду во враче имеют больные, а не здоровые. А мне 50 лет. Я на группе. Что-то у вас такая темнота, вас еще не видать, еще хуже стало видно. А потому что я от проектора. Это никак не вызывает доверия. Понимаете, я перед вами специально два фонаря, чтобы видно было, что вот я перед вами, ничего не скрываю, я с поясом. На носе, на вы очками всем загородились, а ну нехорошо это. Неискренно. Вы зайдите на наш YouTube. YouTube называется канал «Во свете Библии». Игнатий Лапкин. «Во свете Библии». Тут у нас 17 300 роликов. А если зайдете на сайт, через Google, там увидите, там у меня 38 книг написанных, как я начальник детского лагеря, Господь как благословил нас. В это благословение ощутите. А что за нары там у вас? Что? Что за нары? Почему на нарах спите? Почему где-то на нарах спите? Ну, так мне нравится, потому что комната небольшая, а у меня приезжают когда гости, чтобы было где и вещи положить удобно. Володя у меня спит, он на верхнем этаже, я на нижнем. На маленьком затаренном пространстве. Вот у меня до этого было 18, кажется, квадратов, что-то забыл я, и даже меньше. 11 человек приезжает, и никто на полу не лежит. Зимой, Сибирь. У меня вся комната разбита на этажи. Да. А наверху теплее. У вас вопросы есть духовного порядка или какого? Такое, чтобы душе полезно было. Вопросы. О душе. Как спасти душу? То ли далеко у вас это, микрофон. Почему непонятно-то мне? Вот. Переводчик все время нужен. Помру я, скоро говорю. Он говорит, вскоре помрет он. Кто, вы? Да. Да это Бог знает только. Я никогда не думал, что я доживу 80 лет. И у меня в 5 лет было, и схватывалось все. У меня сынок, я сдохну скоро. Это у Бога все по-другому. Я знаю людей, у которых рак в последней степени был, как Солженицын. Уже вытащили помирать. И вдруг исчезло, ни один врач не объяснит. Наш Христос силен исцелить. Ты только уповай на Него. И скажи, Господи, Ты умер за мои грехи. Я ничего еще не сделал для Тебя. Продли мою жизнь, если угодно Тебе. И врачи на завтра проверяют. Вот у меня на днях было, ну на днях, месяц назад. У меня поврежден был глаз. Механически, порезанный. И попал инфекция.
Я 5 лет в поездках везде и все это закапывал. А тут сразу вспыхнуло, вот так вот. Привезли в больницу краевую. Не привезли, я приехал сюда из деревни. Мы деревню строим православную. Ну и знакомый врач провели там, я не знаю, кабинетом 10-15. Там анализы, на операцию можно или нет. А я в это время по интернету сказал, а меня знают очень многие. У меня посещаемость этого и канала нашего 42 миллиона. Все стали молиться. И вот меня завели в операционную. Уже ложиться надо. У меня глаз перестал болеть. Врач говорит, ложись. Я говорю, вы гляньте, глаз-то у меня выздоровел. Он, ну, будете? Ну, я не против. А меня уже переодели, все. Я говорю, как же я, какой я тогда буду? Я просил у Бога, Бог сделал это. Я ничего не делал, совершенно ничего не делал. Только молились. И за одну ночь, и все. Конечно, неудобно было врачу, кто помогал. И я тут же смотался и домой уехал в деревню. Вот так. Так это вот только что было. И все засняли, как я у врача, как глаз осматривают. Все в интернете стоит. Мы все снимаем. Для славы Божией, чтобы люди увидели, как надо Богу доверяться. Вот представьте, люди говорят какие-то проблемы. А я это слово истребил, его нет у меня в лексиконе. Нерешенный вопрос. А нерешенный вопрос надо решать. Вот. А у меня сырок. У меня сырок уже. Ну и что? Да ничего. Богу не важно, он мертвых воскрешает. Наш Христос умер за нас. Если ему мы угодны, он нам жизнь продлит. Повторяю, мне 81 год. А у меня за плечами 5 тюрем за слово Божие. Морозилка. 13 дней меня вымораживали. Я живой. И ни одной таблетки еще не сел за свою жизнь. Вот как Бог делает. А в 5 лет я рот разевал и умирал. А в деревне никто лечить не будет. У нас в семье 10 детей. Отец инвалид. Кто нас куда повезет? И без всякого лекарства Бог поднял. Отслужил в армии, не где-то. Здоровье отличное. Подводный флот. Это не просто так. Куда еще делось? И после я обратился в 23 года по Библии. Уже Христа познал по Евангелию. 57 лет этим путем иду. Еще у меня только не было в жизни. Которые были одноклассники, никого нету. Там один где-то еще есть. И все. А меня Бог держит. Для чего, не знаю. И поэтому, вот представьте, что мне Господь позволил. Я вел занятия в 5 университетах, 13 школах, отделах милиции, везде. И написал 38 томов книг у меня. И потом Бог положил мне на сердце книги подарить библиотеке, бедной библиотеке. Из Барнаула мы доехали до Владивостока, потом до Лиссабона, Прибалтика, Скандинавии, где мы только не ночевали. Дорогой пили сырую воду, но с собой была святая вода. И нигде ни разу мы не закашляли, даже по снегу вернулись. Ни разу. А ночевать это не просто так. В день мы проходили на восток по 1030 километров. Ежедневно. Вот как Бог делает. Так что это еще крест нельзя ставить. Если Богу угодно, повторяю. Гарантии мы никакой не знаем. Я молюсь, и как Бог делает. Если вы хотите больше узнать, повторяю, два слова запомните. Игнатий Лапкин. Два слова. Да, по скайпу мы меня найдем. По скайпу, если зайдете, я вам скину все материалы. У нас сайт большой, форум, mail.ru, там Facebook, все есть. Там администрация работает. Я на 4 ресурсах каждый день. Вам будет очень-очень полезно. Вы увидите неподдельно. У нас церковь, мы отдельно зарегистрировали, православная. У нас деньги вообще не играют роль. Десятина все покрыла. Поэтому у нас не продают, ни с тарелкой не ходят. Все бесплатно делается. Свечи не ставят. Батюшка воск покупает, льют, и чистые свечи стоят. Любой вопрос надо решать практически. Вот говорят, я привожу высказывание министра внутренних дел Нургалиева. Он говорит, в стране, так пишут, 3,5 миллиона беспризорных. У меня вопрос, что ты сделал? А мне сказали, а ты что сделал? А что я сделаю? У меня ничего нету. Я помолился Богу, и Бог мне положил создать детский лагерь.
Я начальник его 45 лет и 3 года в ином формате. 48. За 48 лет тысячи детей подняли. И ни одного рубля государство не дало. У нас Путин не виноват нигде. Я виноват. Ни Медведева, ни Клинем, ни Дональда, ни Рамзана Кадырова. 48 лет. Больные дети приезжают, уезжают здоровые. Наркоман был, уезжает трезвый. Им интересно. Каждое воскресенье мы ходим в храм, молимся. Мы деревню православную с нуля строим, где нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. Вот вам посмотреть. И вы все найдете на нашем Ютубе. На канале. Хорошо. Вот так. Запомните два слова: Игнатий Лапкин и канал «Во свете Библии Игнатий Лапкин». Через Google сайт Игнатий Лапкин и «Во свете Библии». Вопросы есть? Нет. Нету, да? Вы на наш YouTube заходите, может быть, сами себя увидите. Пока, до свидания. До свидания. Да, так сделано на палате, чтобы как можно больше людей можно было принять. Да, понятно. Вы типа беженцев принимаете? Нет, не беженцев, а друзей, которые приезжают. Верующих. Мы православные христиане. Зашли в эту чат-рулетку, чтобы людям рассказать о Боге, о спасении души, о вечности. Может, какие вопросы у вас есть? Я бы лучше сказал, что это не то место, где надо говорить о Боге. Лучше, не знаю, по квартирам какие-то, просто чат-рулетки тут. А вы очки можете снять, чтобы беседовать с глаза на глаза? Хорошо, без проблем. Это как раз то место. Дело в том, что Господь в Евангелии сказал так, говорит, я, говорит, пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию. Так что это самое такое место, которое надо именно проповедовать, чтобы люди вышли из этого чада, мрака. Да, вот тут согласен с вами, тут одни грешники сидят. У нас, мы также с людьми даем им свое богатство, это наши ресурсы. У нас в сайте есть форум православный и канал на Ютубе. Называется «Во свете Библии». Игнатий Лапкин. Это организатор этого канала. Заходите, много полезного для себя узнаете, для спасения своей души. Можете ссылку скинуть в чат? Ссылку нет, я не могу сейчас, тут у меня клавиатура занята. Хорошо. Просто введите канал «Во свете Библии». Игнатий Лапкин. Все, 4 слова. Хорошо. И вы сразу можете увидеть. Может, у вас еще какие-то вопросы есть? Да, у меня есть один ответ. Я в рот ебал Бога и вас тоже.